Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 4 ноября, вы на канале «Сад Надежда». Я вам сегодня хочу показать, представить свой новый мастер-класс для куклы Паолы Рейна Горди. Это комбинезон, носочки и шапочка, связанные из пряжи Yarnart Jeans Crazy. И мы будем вязать онлайн, вязать будем онлайн в Дзене. Это будет несколько видео, где я буду показывать, как я вяжу для этой куклы носочки, шапочку и комбинезончик. Ну, давайте посмотрим сейчас поподробнее, из чего он состоит, как я вязала, я сейчас вам расскажу. Итак, кукла Горди Паола Рейна. Значит, вот такая симпатичная малышка. У меня таких кукол две. Я вам показывала видео, когда вы можете посмотреть мой кукла-стол. И вот для одной я связала, одна у меня еще сидит голышом. Вот. И давайте посмотрим на этот наряд. Значит, шапочка. Первая шапочка, она у меня связана по прямой, то есть туда-сюда, поворотными рядами. Здесь шов на этой шапочке, и я оставила завязочки для того, чтобы можно было при желании бумбончик привязать. Вот, но пока вот я не хочу, потому что очень удачно получилась вот такая макушечка кругленькая. Пряжа, друзья, секционного крошения. Вообще, если говорить о том, как задумывался этот комбинезон, я вязала его сначала из пряжи Crossbred Бразилия. Я хотела очень сделать именно полосатенький комбинезончик. Вот, но не получалось у меня. Мне не нравилось, как получается расцветка, как ложатся цвета. Вот, и чаечек пью, пока вам рассказываю. Вот, и в итоге я остановилась все-таки на пряже Yarnart Jeans Crazy, уже секционного крошения. А здесь, друзья, я принципиально не стала подбирать, чтобы цвета соответствовали по полоскам. Во-первых, я хотела посмотреть, сколько у меня, ну, останется такого моточка целикового. Вот, ну и мне показалось, что это, ну, не совсем нужно вот это вот все подбирать. Пусть будет вот так разноцветно, раз такая пряжа, пусть тогда она так и ложится, как лежит. Вот, значит, шапочка у меня весит 17 грамм, я взвешивала все. Вот, по цвету, каким вязала, значит, это получается колор 82-11. Такая расцветка. Дальше комбинезончик, друзья. Значит, он планочка на спинке и он на кнопочках. Кнопочки пришиты бесцветными нитками. Мне очень нравится на кнопках именно бесцветными нитками пришивать. Вот. И, значит, штанишки достаточно широкие. Вот здесь по ножке. Но я не стала их вот здесь суживать, потому что вот тут сгиб в коленочке достаточно большой и широкая попа. Поэтому, ну, получилось вот так. И здесь не стала вязать поворотными рядами. Вот здесь от штанины немножечко расходится. Вот. Ну, при желании, конечно, можно вязать здесь, но я этого делать не стала. Дальше. Очень мне понравились, друзья, как у меня получились носки. Это будет первый мастер-класс на Дзене. Ссылку я обязательно оставлю. С носками пришлось повозиться. Вот. Но итог, как получилось, мне очень нравится. Сейчас я покажу. Значит, проблема была в чем? Что вот тут вот ножка толстенькая, а тут она сразу очень узенькая. И пятки фактически нету. Вот она, такая вот ножка. Вот, и получились у меня следующим образом выглядят носочки. Вот такой комбинезончик здесь. Очень удобно для игры даже этот комбинезончик использовать, потому что пряжа достаточно плотная, не тонкая. Вот, и я думаю, даже ребенок справится, когда будет ее на куколку надевать. Ну вот носочек, посмотрите, он абсолютно настоящий, резиночка здесь идет, да, пяточка. Пятку я всегда вяжу платочной вязкой в носочке. Здесь скос на убавочку, даже вот так вот это все выглядит очень хорошо. И по ножке он садится, этот носок тоже очень здорово, очень классно получилось. Вот, он прям вот облегает ножку везде, и где икра, и вот на самой пяточке, и на самой ступне.
Вот, поэтому такие носки, они мне очень нравятся. Вот как они смотрятся сбоку. Видите, вот тут вот все прям по ножке сидит очень удачно. Вот так вот смотрится, если мы посмотрим снизу. Вот. Поэтому носочки прям получились просто отличные. Шапку тоже хочу показать, друзья. Вот тут вот такая, ну, большая складка. Хотела сюда вешать бомбон, но не стала. Здесь именно вот делала сокращения такие по секциям. И важно для меня было провязать вот тут широкую полосу, вот, потому что хочется еще попробовать шапочку связать с жаккардом, и хотелось вот узнать, насколько широко может здесь быть по прямой вот эта вот полоса. Так, ну сейчас я куклу одену и покажу вам, из какой пряжи планирую вязать, какого цвета, вернее, пряжа будет точно такая же для второй куклы, и будет вот как раз выйдет мастер-класс. И планирую вообще связать такого же плана комбинезон с шапочкой и для Бэби Бона, и для, как кукла называется, Бергуан, по-моему, Берджуан, вот, и для пупсика 45 сантиметров Лоренс. Вот как раз они у меня сидят, эти галыши, и мне хочется именно вот их нарядить вот в такие комбинезончики. Так. Сейчас покажу, друзья, вот вторую куклу. У меня они, в принципе, одинаковые, но вот у этой куколки немножко западает вот здесь глаз. Я уже показывала. Вот. Так. А так они, в принципе, одинаковые. По-моему, разные партии у них. Ну вот, видите, как легко одевается, даже если, вот, например, будет надевать одежду ребенок. Вот она у меня, это вторая кукла. Она поровней немножко. Вот если смотреть на мордочку ее, на личико, вот она поровнее, глазки одинаково смотрят. Но вот абсолютно точно такая же. Так, сейчас я ее посажу. И пряжа, друзья. Значит, вот осталось у меня здесь 31 грамм от двух моточков. Моточки по 50 грамм. Вот такую я пряжу выбрала вязать вторую расцветку. Это, ну вот, 50 грамм 160 метров, 82-15 цвет. Вот, так что, друзья, переходите на по ссылке, вяжите вместе со мной. Я вам желаю всем всего доброго. Подписывайтесь, хорошего настроения и до свидания.